Студия 89.9. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Добрый предновогодний вечер, дорогие друзья. Вы смотрите и слушаете телерадиоканал «Страна FM». В эфирной студии Роман Шахов, Александра Хайрулина. И... Здравствуйте, друзья! Мы очень рады тому, что сегодняшний концертный зал имени Элины Чаги. Элиночка, добрый вечер. Добрый вечер. Мы здравствуйте. Безумно рады, что ты вновь оказалась в гостях у «Страны FM», но на этот раз уже в нашей красивой вот этой телерадиостудии, потому что напомним тем, кто забыл или кто не знал, что ты была у нас уже в гостях, но это было еще когда была это только было в июне, радиостанция. Да. Мы ни клипы не смотрели, еще не пели, видишь, как мы выросли с тех пор. Но у тебя-то тоже выросли, произошли изменения. Хочу вас поздравить, во-первых. Спасибо. Очень красивая студия. Я была на многих студиях, радиостанций, телевизионных, но ваша реально впечатляет. Спасибо тебе огромное. Вот видишь, как хорошо, что вы пригласили. Я просто сейчас думал, будет что-то даже музыкальное, Александр. Может быть, нам пропоют какую-то хвалу. Хвалебные оды, ты имеешь? Да? Ой, еще наслушаетесь. Ирина, буквально 2 дня остается до наступления Нового года. Тебе большое спасибо, то, что нашла время и все-таки пришла и поздравить всех наших зрителей, слушателей. Так что ты у нас сегодня уже будешь такая Снегурочка. Я надеюсь, что тебе это понравится, звание такое. Ну, я довольна, на самом деле. К вам как на праздник. Для тебя это был очень хороший год, надо сказать, да? Потому что практически готов твой сольный альбом. И да, состоялся большой, очень хороший концерт. Мы, к сожалению, отсутствовали, поэтому попросим тебя рассказать, как все прошло. Это же было вот буквально недавно, 8 декабря у тебя состоялся сольный концерт. Ну, он был такой не очень-таки большой в заведении. Не скромничай, расскажи. Ну ладно, ладно. Не, прошло все хорошо, замечательно, было весело, здорово. Но поздно просто начала я петь, это было условие заведения. Вот. Я буду делать сольный концерт, большой, грандиозный, на презентацию своего первого альбома в феврале. Я вас лично приглашаю. Спасибо. Надеюсь, что вы придете. Спасибо. Обязательно, конечно. Так что вот, обязательно приходите. Ну, на февраль уже все намечено. Пластинка будет называться «Февраль». Не знаю, не еще факт. Не решили. Не факт. Да, на самом деле еще пару песен доделываем. И не решено пока, включать их в этот альбом или нет. Слушай, но... ты точно так же говорила в июне. Продюсер пока все обдумывает. Это бесконечная, на самом деле, сколько уже песен тема в альбоме? Песен 13. Понятно. Вот. Могут одну исключить, а вот новенькую добавить. А. Просто мне совсем вот недавно пришло такое вдохновение. Так. И я написала целых 2 новые песни. Так. И сейчас мы сотрудничаем немножечко с лейблом Black Star, музыкантами оттуда. Да, делаем. То есть там будет рэп. Значит, будут дуэты обязательно какие-то чуть позже. Ну, я... про дуэты пока я промолчу. А вот аранжировки будут очень интересные, вкусные. Для меня это совершенно другой, иной уровень. И я к этому очень давно стремилась и хотела именно такого звучания. Классно. Когда ты говоришь, что, Ром, извини, что к тебе пришло вдохновение, ты написала 2 песни, это в виде продюсера приходит вдохновение? Или в виде подруги, которая, которая, не знаю, пришла к тебе с тортом. Как это вот посещает тебя вдохновение? Или что? Или просто строчки пошли? Я снег не пошел, знаю. Может быть, пошли. Это как либо из-за стрессов некоторых, перенесенных мною. Была у меня такая немножечко затяжная депрессия. Вот. Осенняя хандра, вот, скажем так. Потому что к нам не приходила давно. Творческий период. Конечно, да. И на самом деле хочу сказать, что осенью лучше всего пишется материал. Вот как у Пушкина, можно сказать. Ну вот я очень надеюсь, что мои труды оценятся и всем понравится. Все будет очень хорошо. А почему? Еще мы с Романом тебе скажем после того, как послушаем с удовольствием твою песню. Неуправляемая дрожь, как языки огня. Просто почувствуй и поймешь, так глубоко стучит, бьется порывами огонь. Не убивай меня,
бойся и держись. Тело мое сейчас словно душа, что рвется быть. Время теряет смысл и поворачивает вспять. Не отпускай меня, не потеряй меня опять. Так легко забыть все и просто быть, плавать по волнам. Концертный зал. Друзья, в предновогодней студии страны FM праздничная Элина Чага. Программа «Концертный зал» продолжается. Но надо сказать, что наступающий год, все, которые мы ждем с нетерпением, Леночка, это же твой год. Давай признаемся. Да. На всю страну, всем, кто нас смотрит. Да. Это как раз мы и хотели тебе с Роман сказать, что у тебя-то поэтому 100% все будет хорошо, наверное, потому что... Девочки, между прочим, уходит год Агутина вот так. Что же... Ну и прекрасно, и поэтому Лен, конечно, должен быть спокоен, как никогда. Как бы, просто, конечно, что Элина рядом, ее год, значит, она не оставит, не бросит. Ну вот у Леонида, кстати, хороший был год, у него было несколько премий, на Music Box он получил певца года, Gold, вот, впервые в этом, на этом телеканале. Поздравляем, да. Так что на следующий год, надеюсь, я что-нибудь тоже получу. Ну теперь уже твоя очередь, конечно, по премиям их получать обязательно нужно, непременно. Может быть, даже и за песню, премьеры которой, мы, кстати, гордимся очень этим, состоялась в эфире страны FM. «Полетели вниз». Это было как раз летом, и она у нас впервые прозвучала, прям горяченькая, я помню, когда мы ее прислали, и ты прям вот дала нам такую возможность ее прикрутить, было уже тогда понятно, что это суперхит. Ну, а потом съемки клипа, надо сказать, совершенно фантастического какого-то, совершенно, Алан Бадуев снимал. А кто автор идеи? Вот? Рома, да, хочет узнать. А, на самом деле, авторами идеями, идей были мы все как-то втроем, все так навалились. И решено было сразу, наверное, что будет снимать Алан, потому что, ну, пока, на мой взгляд, лучше него больше никто так не делает, никто так не снимает. Но была боязнь, что Алан не возьмется за работу, потому что однажды он мне уже отказал. А если ему не нравится песня, он ее не снимает. Это, слава богу, понравилось. Для меня это было очень важно, потому что все-таки работа должна происходить искренне, от всего сердца, и поэтому, надеюсь, вот она у нас все-таки так получилась. Премьера неплохо прошла, да, очень успешно, она же практически да, этот хорошо клип на всех музыкальных каналах можно смотреть, и в нашем эфире тоже, мы уже смотрим неоднократно. Ну, скажи, пожалуйста, ты себя комфортно чувствовала вот в таком блокбастере самом настоящем каком-то фильме? Ну, девочка красивая, может быть, надо было на пляже где-то, на подиуме, в красивых платьях, а то и в купальнике, где-нибудь там стройка, волны, бензин, волны, ребята вокруг прыгают,
прыгают, скачут, танцуют. Нет, тут какая-то стройка. Ты там, бедняга, просто претерпеваешь и цепи, и наручники, и еще и попытку поджечь. А как же арбалет, Александр, ты забыла? Да. Было, конечно, нелегко, на самом деле, бегать весь день на вот таких вот каблучках. Бафорты, конечно. Это было самое мучительное, на самом деле, потому что тело потом болело неделю, как будто меня... Зато можно фитнес пропустить. Да, абсолютно. И на самом деле пляжики, солнышко такое и все такое девочковое туда бы не подошло из-за песни. Сама песня такая. И все-таки выбор локации и вообще сюжета, в принципе, он, на мой взгляд, очень даже гармонировал с песней. Ну, надо сказать, что, конечно, твоя работа там, безусловно, потрясающая. Спасибо. Актерская, да, ты умничка. Брала ли ты уроки какие-то актерского мастерства, чтобы убедительнее еще там, или все это... Нет, никогда не брала. Вот единственное, хвалили всегда на актерском мастерстве в колледже. Даже педагог мой очень настоятельно рекомендовал мне поступать на актерское, но я вот, к сожалению... Сейчас еще театрального училища. Я думаю, что все впереди, конечно, да. У тебя может быть не в плане уже учебы, а в плане предложения сняться в кино. Инечка, мы тебе предлагаем сейчас петь. Но это не будет песня «Полетели вниз», потому что да, она чуть позже у нас запланирована. Да, сейчас у нас другая. Что за песня? Пару слов. Следующая по списку, наверняка тоже Леонида Агутина, песня, скорее всего, «Отпусти». Ее написал Леонид Агутин, кстати, еще до моего рождения. И она просто подошла тебе. И она, да, просто, наверное, нашла так своего исполнителя. Скажем так, дождалась она тебя. Ее исполнял Батырхан Шукенов. Вот как. А ее исполнял Вадим Азарх. И сам Леонид тоже ее исполнял. И потом вот песня перекочевала ко мне. Твой репертуар. И утвердилась, скажем так. Слушай, и она будет тоже в альбоме. Отпусти, отпусти.
Разве ты меня? Страна FM. Все к лучшему. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Друзья, Элина Чага в гостях у Страны FM. Роскошный голос, 4 октавы. А надо сказать, ой, что характер, конечно, очень такой твердый, уверенности много у Элины, и как это правильно сказать, упертый, да? Так, наверное, тоже можно поддержать. Прочитали в интервью твоем, Элина, где ты рассказываешь о том, что педагог в Ростове, где ты училась, тебе сказал, что у тебя красивый бархатный голос такой, но никогда не будет большого вокального диапазона. Это что был не мой педагог, это был просто педагог из комиссии. Да, это был такой просто злой, противный педагог. Чужой. Но на самом деле меня это так вот подстегнуло, что я добилась того, что развила свой собственный диапазон до 4. Ты знаешь, может быть, вот поэтому он и был большим педагогом из комиссии. Да. Потому что, может быть, это... Я ему на самом деле очень благодарна. Конечно, конечно, если бы этого не было. Такие люди, они же... делают сильнее. Педагогическое сильнее. Внушение тебе сделал. Да. Ну, это колоссальное количество, наверное, потрачено часов и занятий, да, самостоятельной работы. Это так. На самом деле, то, какой я была в Ростове и каким я стала человеком здесь, это абсолютно два разных человека. Потому что здесь вокальное мастерство и вообще педагоги абсолютно отличаются от тех, какие у меня были там. И меня здесь переучивали просто, и все было заново. Ты была народницей или как вот? Я была не народницей, я была больше джазовой певицей, вот. Причем была на хорошем счету. Я пела в оркестре, в самом престижном и хорошем там в Ростове. Мы гастролировали. Но вот когда я переехала сюда, так выяснилось, так оказалось, что тех навыков совершенно недостаточно. И мой педагог, я ему очень благодарна, который здесь преподавал в Москве, он меня, можно сказать, просто с нуля так взрастил. Вылепил заново. Но это да, хорошо. Вылепил. Бывает же такое, что невозможно уже переделать. А, настолько люди привыкли к определенной там подаче, к исполнению, к манере, что переучиваться не у каждого. Или не хотят переучиваться. Но это такое. Тоже, на самом деле, от характера зависит. Не каждый это может вынести из вокалистов. Я, например, была уже на грани того, чтобы уйти к другому педагогу, потому что были истерики, были слезы, я многого не понимала. А был просто такой очень важный переломный момент. На тот момент мне казалось, что это катастрофа. Только сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это было для меня нужно очень. Ну, это очень мудро, конечно. Спасибо. Скажи, пожалуйста, вопрос такой совсем, может быть, неожиданный. Удалось ли тебе избавиться от песни «Лада Седан» «Баклажан»? На самом деле, это да. Было это... найдено с нами, с Романом, признание, где Лена говорит, что я не могу, она просто въелась мне в голову, и я постоянно пою, постоянно в голове, в ушах. Саш, удалось ну, Black Star, понимаешь, но все-таки это неспроста. А, это как раз, наверное, это началось с той песни, наверное. Сотрудничество завязывать. Когда она только вышла, это было просто каким-то мучением. Мы она, ну, не уходила, да, из моей головы. Бывало, даже на концерте, говорит, стою, пою песню, полетели вниз, это вырывается. И даже за границей я как-то шла со своим директором и что-то так стала напевать эту песню. И человек обернулся и по-английски сначала сказал, как мы хорошо поем, а потом оказалось, что он русский. В общем, мы посмеялись. Вот. Но со временем все-таки меня это отпустило. Сегодня какая песня звучит у тебя постоянно в голове? Сегодня в голове вот моя, не поверите. Вот и пора уже. Моя новая. Пора, конечно. Пока еще не могу, к сожалению, вам ее показать. Но вот в феврале все будет. Ну, мы опять к альбому, да, к презентации вот так вот вернулись плавненько. Какие-то уже есть задумки, о которых ты можешь рассказать? Я имею в виду, может быть, участие там артистов каких-то в твоем концерте, презентации? Да, у меня есть несколько идей, правда, о них еще не знает мой продюсер. Он сейчас нас слушает и смотрит, вероятно. Я надеюсь. Привет, Леонид Николаевич. В общем, очень бы, конечно же, хотелось, чтобы он выступил на презентации. Он бы был самым ярким и желанным большим гостем, да, гостем на моей презентации.
Также, надеюсь, сможет Антон Беляев, с которым мы пели песню «Научи меня летать». Я ее сегодня как раз спою. Ой, красиво, спасибо тебе. И мой друг и соратник по проекту «Голос» Надар Ревия. Я думаю, что, может быть, что-нибудь мы новенькое даже придумаем. Но время еще есть, непременно. Ирина, ну ты человек откровенный, ты, конечно, нам сейчас сразу скажешь честно, как все есть. А вот скажи, конечно, у Леонида сейчас очень много времени отнимает проект «Голос». Это правда. Да, невероятно. Мы все это наблюдаем с огромным удовольствием, смотрим на таланты. И у него же новые артисты появятся, разумеется, или уже какие-то, да, появляются, наверное, после проекта. Ну, этого я не знаю. В процессе. Ага. Я, честно сказать, бережет он тебя, Ирина, бережет. Да, подробности не посвящал. Очень талантливая сейчас у него финалистка, я ее поклонница. Ты вот за кого, да? Ну, конечно же, за Дашу Антонюк, которая вот как раз-таки в его команде. Сразу вот ее выделила? Да, с самого начала. Очень талантливая девочка, и актерский, и, ну, в общем, душа. Я думаю, что у нее очень большое и светлое будущее. Пожелаем ей этого. Удачи, да. И чтобы она выиграла этот проект обязательно в этом году. Хорошо, пусть будет Элина, так. Маленький вопрос. Давай, Саша. Продюсерский центр разрастается. Как ты думаешь, может ли это как-то сказаться вот на отношении к на тебе? Мне? Ну да, тебе не обидно, ну, тебе вот не ревностно, что ли? Ну как же это вот? Конечно же ревностно, потому что, наверное, все-таки времени будет на меня меньше. Его и так меньше, потому что у Леонида свои, постоянно, свои да. Во-первых, свое творчество, гастроли, опять же, проект опять очень же, много времени да, занимает. Поэтому, ну, не знаю, посмотрим, какое его будет С другой решение. Стороны, научишься самостоятельности быстрее. Я, на самом деле, очень самостоятельный человек. Так, что еще есть мы помним, что наступает год Элины. Да. Так что все будет в порядке. Хорошо, верим. Я бы хотел вот на какой вопрос наступить. Дело в том, что мы знаем, ты поешь не только на сцене, не только в радио и телеэфире, но еще и в Инстаграме. Да. Как это началось? С чего и... Кто так тебя... Причем это, как правило, иностранные композиции. Нет, не всегда. Нет, там есть и... Чаще большинство, всего, да, да чаще но всего. Не всегда. Ну, я просто люблю англоязычную музыку. Я все-таки на ней выросла, можно сказать. Угу. И... Ну, у тебя получается, надо правде смотреть в глаза. Спасибо, спасибо. Просто на русском хочется больше, конечно же, своего материала петь. Авторского, да. А в таком количестве его пока еще нет. Поэтому пока на английском пою. А на самом деле началось это очень давно, когда это еще не было мейнстримом. Сейчас многие девочки. Можно ли сказать, поют? Что это стало мейнстримом благодаря тебе? Ну, наверное, можно. Я еще училась в колледже, то есть это было лет 6 назад, когда я впервые записала свою песню авторскую, вот так поставила камеру, причем выглядело не очень хорошо, но это набрало очень много просмотров, отзывов, лайков, и я поняла, что а почему бы и нет? Почему? И так, после этого появился Инстаграм, и я стала выкладывать коротенькие видосики по 15 секунд. Тоже пользовались популярностью, спросом. Есть какие-то заявки, Лина, спойте то? Да, пожалуйста, в следующий раз. Да, есть, конечно, будьте добры. Да, ну, я, честно сказать, мало когда прислушиваюсь к мнению. Это, наверное, не очень хорошо, на самом деле. Но все-таки хочется больше от себя чего-то людям давать, тем то, что они требуют. Правильно, нечего баловать. Что-то новогоднее будет в твоей коллекции вот в эти дни? Сегодняшний? Там уже было рождественское. Да. Сегодня будет «Научи меня летать» песня, и «Льдинка» эту песню пела Лариса Долина. Да, конечно, мы все знаем. Да, и вот кавер будет от меня сегодня. Отлично. Я маленький вопрос по поводу еще пения в прямом эфире, точнее не в прямом, а в своих соцсетях, выкладывание записи. Илиночка, сколько дублей нужно сделать для того, чтобы выложить у тебя? Это как происходит? На самом деле, на это может уйти даже полдня. Правда? Да. Все-таки. Если что-то... Ну вот любой косяк даже... Не туда посмотрела. Да, не туда посмотрела. Свет плохо падал, палец соскочил, не ту ноту нажал. Дорогие друзья, в нашей программе «Откровения перфекционистки». Да. Я страшный, кстати, перфекционист, но я считаю эту черту хорошей для себя. Программа «Концертный зал», телерадиоканал «Страна ФМ». У нас сегодня в гостях Элина Чага и следующая песня, Элин.
Следующая песня как раз-таки будет, наверное, кавер под названием «Та что». Я спела ее как раз-таки в Инстаграме. И это видео набрало больше всего просмотров и лайков. И даже пришлось записывать свою версию студийную, и она тоже очень хорошо пошла в наш народ, и народ ее полюбил, и мне очень приятно. Мы тоже ее разместим в своем Инстаграме. Поехали. Да что было со мной, где ты теперь на другой полосе, если можно вместе все? Да что ждал домой, недавно вроде бы на охоте, а на работе ты. Спорю с самим собой, чудак, ну давай дружить, как-то надо же жить. Хлеб жевать, воду пить, болеть, плодать роже, комментить твой ЖЖ, настроение держать на восьмом этаже. Знать бы хотя бы, где ты, с кем ты, тепло ли там, я тут на твоей планете. Слать бы тебе конверты, как агенты, кубики изо льда, прямиком куда. Знать бы хотя бы, с кем ты, да как. Кормлю кота, поливаю кап. В гости к тебе идти по парапету и не верить в бред, что тебя нету. Хочешь знать, как живу, отпусти тетиву. Наберу и сотру, напишу и порву. Все на так себе лучше, неплохо плыву на плаву. Нет, назад не прошусь, зазвонит, не проснусь. С кем встречаешь весну? Кто приходит во сне, извини, но я нет, не вернуть этих лет. Вот опять этот бред, все спокойно, привет. Знать бы хотя бы, где ты и с кем ты. Тепло ли там, я там на твоей планете. Слать бы тебе конверты, как агенты. Кубики изо льда, прямиком никуда. Знать бы хотя бы, с кем ты, да как ты. Честно кормлю. Концертный зал у нас, Алина Чаг, гостях. Алина, спасибо большое. Тебе больше все-таки понравились лирические композиции, да? Скажи. Ну, да, честно сказать, я такой, как это называется, физик-лирик. А, значит, какой-нибудь такой энергичный танец вставляешь исключительно потому, что, ну надо же как-то, чтобы программа была разнообразной. Хочется чего-то ритмического. Во-первых, скучно всегда петь медленные песни. Просто в медленных, во-первых, как-то то ли голос раскрывается лучше, и тембрально, и обертона какие-то другие. Ну и в этом души больше, наверное. Элин, у нас есть с тобой одно общее желание, большое. Я не знаю, вот у Ром, по-моему, его нет, хотя он, может быть, сейчас... Я не знаю, о чем ты, Александра. Вернись. Я по поводу знакомства.
Я просто про стрижки, про волосы длинные, нет, что-то. Нет, тогда нет. Я не с вами, да. Ирина призналась очень откровенно и искренне, что она очень хотела бы познакомиться с Владимиром Владимировичем Путиным, с президентом Российской Федерации. Это уже Ирина, я давно ждала возможности. Девочки, наступает 2017 год. Что в наступающем году вы намерены предпринять для того, чтобы осуществить свою мечту? Да, ну, давайте. Ну, во-первых, мне бы хотелось, чтобы эта встреча с президентом оказалась в Кремлевском дворце, например. Во время вручения премии тебе. Звание, наверное. Нет, ну, конечно же, в следующем году этого не случится, это точно, потому что я слишком еще для этого молода. Так что, ну, надеюсь, когда-нибудь в этой жизни это... Ирина, а что бы ты сказала президенту, вот, в первую очередь? Ну, вот, здравствуйте, Владимир Владимирович, добрый вечер, он бы сказал. Ирина, добрый вечер, конечно же, во-первых, поблагодарила бы. На самом деле, вот то, что сейчас происходит вообще у нас... Я не очень люблю о политике говорить, честно сказать. Но, ладно, раз уж мы к этому пришли, то, наверное, лучше президента для нашей страны, в принципе, никак бы и не могло бы быть. Потому что так, как он справляется с трудностями, так бы, наверное, никто бы не справился. И вот после этого, скорее всего, премия, то, возможно, звание все-таки будет. Все, сейчас в Министерстве культуры поставили галочку. Все, Ирина Чага. Да, значит, умница просто. Хотелось бы тебя спросить вот о чем. Ты же пишешь песни и музыку, и стихи. Да. А бывает так, что просто стихи? Это стало уже реже, честно сказать. Записываешь их, у тебя тетрадка, файл в компьютере. Да, как это происходит? У меня есть такая тетрадочка, черновичок, и я туда записываю тексты. В основном, конечно, все-таки на музыку. Сначала мне музыка приходит, и потом уже я стараюсь ритмически подбирать так слова, чтобы они звучали интересно. Да. Потому что намного тяжелее на текст класть музыку. У меня уже был один такой опыт. Ну, вышло вроде бы неплохо, но все равно недостаточно. Но по твоим меркам могло бы быть лучше, да? Да, могло бы быть лучше. А скажи, пожалуйста, еще, будет ли какой-нибудь рэп-трек когда-нибудь от Ирины Чаги? Просто сейчас ты пела песню, которая дала основание полагать, что у тебя бы это великолепно получилось. Ну, вот в альбомчике как раз то, что мы делали с аранжировщиком из Black Star. Это будет немножко такой поп R&B, даже немножко рэп, что ли. Ну, я стараюсь все-таки максимально использовать свой голос. Ну, иногда, конечно, песни этого не позволяют. И мне бы было бы очень даже интересно вот сделать такую песню с рэп-частью, но мне кажется, что это все-таки больше дело мужчин. Читать рэп. То есть девочка поет, мужчина читает. Да, девочка это припевает. Классика такая. Наверное, а мальчик зачитывает. Читает. Ирина, что касается подарков на Новый год, что ты ждешь? Что тебе, может быть, пообещали подарить? Или ты надеешься, что тебе подарят? Ой, не задумывалась даже, честно сказать. Как же ты, 2 дня осталось. Ничего не заказала и сама ничего не успела, на самом деле. Ну, я даже не знаю. На самом деле... Хочется всем просто здоровья пожелать, чтобы все друг друга берегли, потому что сейчас такой страшный вирус ходит. Все болеют и ничего не успевают. И какой-то сейчас был вообще, в принципе, предновогодний апокалипсис в связи с последними очень плохими событиями. Но вот я хочу просто пожелать, чтобы все друг друга берегли пусть себя. Будет мир во всем мире, крепкое здоровье. Да. Вот такие у нас сегодня лозунги, хвала и президенту, и стране. Своим Ирина здоровьем, Чага. Да, Ирина Чага, как занимается? Своим здоровьем. У тебя фитнес, у тебя коньки, или у тебя только поездки в Арабские Эмираты и прогулки по пляжу? Расскажи. Подожди, а во время выступления сколько движений совершается? Это понятно. Даже сидя на стуле, может быть, кроме этого еще что-то есть? Расскажи. На самом деле, это впервые, нет, не впервые, конечно, но тяжело сидя выступать. Как-то хочется же, конечно, подвигаться. У тебя прекрасно получается. Но я занимаюсь, вот сейчас возобновила занятия по топ-стретчингу. Это растяжки. Так. Вот.
Мы видели, к чему ты хочешь стремиться. Да, у тебя в Инстаграме фотография. Хочу сесть на шпагат, на все шпагаты. Мы видели эту женщину, к уровню которой ты стремишься. А зачем тебе, Лен, на все? Ну, хотя бы на один, но на все зачем? Я хочу танцевать. Вот. Но мне нужно себя вот привести к такому консенсусу, чтобы я была... К такой кондиции. Кондиции, точнее, да, извините. Чтобы я была пластична, и чтобы мои возможности физические позволяли мне делать то, что я себе там нафантазировала и задумала. Ну, танцевать ты имеешь в виду свое выступление или большой театр? Какие планы это? На выступление, да. Чтобы это все использовать и на съемках клипа, и также на концертных... Мы же не обращаться к помощи профессиональных танцоров, в конце концов. Нет, зачем, конечно, они? Обращаться нужно. Я не всегда бываю права, и мне не всегда, не всегда хватает фантазии, но только я сама себе могу помочь и вот прийти своему идеалу и снова... пластики. Ну вот, Ром, ты как мужчина, скажи, тебе важно, чтобы девушка красивая, очень обладающая хорошим, красивым голосом на сцене вытворяла трюки? Ты знаешь, мне важно, то есть чтобы... Шпагат. Обязательно шпагат. Мне важно, чтобы девушка, находящаяся на сцене, чувствовала себя гармоничной. Гармонично. И внутри она чувствовала, что она красива и нравится себе. Тогда это излучает ее глаза во весь зал, понимаешь, на весь зал. И... Ну, вот такой еще совет тебе, Лен. Нет, я на самом деле к тому, что ты и так прекрасно всегда выглядишь. И мне кажется, особо не утруждаться. И прекрасно поет, Лена. Давай послушаем. Да! Спасибо. Забывала, но ты являешься и все сначала.
к лучшему. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Спасибо большое. Мы сегодня Ленинчаги говорим, мы еще будем говорить. Программа «Концертный зал», телерадиоканал «Страна FM». Ну, вот так вот потанцевали еще и подвигались. Хорошо. Есть вопрос из твоей книги жизни, так мы называем Инстаграм. Цитата. «Маленький воин, внутри крепкий стержень, соткан из боли, потерь и любви. Сколько по сердцу ножом не режьте, все равно будет вперед идти». Ох, это у тебя. Как вы далеко забрели, да, в Инстаграме. Кто я уже забыла. Кто помог тебе стать таким воином? Расскажи, кто был тот, кто есть тут человек? На самом деле тут имелось в виду про себя вообще. Ну. И, наверное, это понятно, что были про мои какие-то страдания, терзания, и я написала эти строчки. Ты подвержена, да, достаточно часто вот такому настроению упадническому, если можно, да, сказать, депрессии. Ну, ты вот призналась в самом начале программы, что у тебя осенью была затяжная депрессия, из которой ты вот там на самом деле, если меня сильно доконать... Чем же можно тебя канать и доконать? Ну, это давайте опустим. Ну, это личная жизнь или это творческий такой процесс? Творческий тоже. Все так, когда в кучу наваливается в основном. Тогда... А оно, как правило, именно так и происходит? Да, на самом деле, мне кажется, все люди творческие очень подвержены перепадам настроения. Особенно с высокой оценкой того, что они делают. Да, наверное. С реальной оценкой. С требуемой высокой оценкой, да. Что, ну, скажу я вам, это не часто происходит. Вы не подумайте, что я какая-нибудь депрессивная очень девушка. Ты не похожа на депрессивную. Я поулыбалась, посидела час, да, потом ушла, и там сразу все, всех ненавижу. Илин, а тогда, Ромочка, исходя вот из этой темы, которую ты затронула, хочу узнать у Лины, но это пусть послужит даже советом нашим зрителям и слушателям. Ну, как справиться тогда, вот если навалилась такая хандра, неважно, на работе и дома, и как-то вообще все просто достало? Ну, вот у меня это выливается в песню. Вот именно в эти периоды почему-то лучше всего пишется. Я могу целый день просидеть за клавишами, могу ночи напролет сидеть, что-то там писать, подбирать. И это лечит вот, тебя, да? Восстанавливает, да, и да. Поднимает. Я очень радуюсь, я просто становлюсь счастливой, когда у меня что-то вот в этом получается. А если люди не пишут, не сочиняют, тогда, наверное, рисовать картины, вышивать крестиком. Ну, в общем, у каждого что-то можно делать. И слушать песни Элины Чаги, да. Да, Элиночка, мы просто очень хотим еще послушать две твоих песни, да, чтобы успеть все, и, может, сразу перейдем тогда. И, по-моему, именно сейчас у нас будет «Полетела вниз», нет? Полетели, да, можно. Полетели, да? Вниз. Автор музыки слов Элина Чага. Исполняет тоже Элина, конечно. Это концертный зал «Страна FM». Шум и красоту города в переулках твоей любви, превращаясь в весну в ее шорохи. Пуль не надо для выстрела, и не надо им пороху. Мои раны от твоих слов разделили боль не поровну. Полетели вниз, пламя без огня, словно Москва этой осенью нам о старом напомни. Моей памяти просенью оставляет след, уходи. Наугад стрелки брошены, дожидай по минута. И счастливы не будем мы, если вместе нас найдут утро. Полетели вниз, пламя без огня. Словно мотыльки, яркий свет поражения. Просто оберни, отыщи меня. Нам не избежать полюсов притяжения. Полетели вниз.
историю вы можете увидеть в эфире телерадиоканала «Страна». Спасибо. С наступающим Новым годом. Спасибо тебе большое. Мы тебе хотим искренне пожелать в Новом году обязательно еще больше хороших песен. Но сначала выпустить, конечно, альбом все-таки. Пусть он окажется таким очень удачным, таким красивой, классной ступенькой в твоем творческом пути. Спасибо. Что еще пожелаем тебе? Я бы пожелал, чтобы пластинка стала такой, какой ты ее себе представляешь, как автор. Спасибо. Концертов очень-очень-очень много. С удовольствием придем, если ты нас позовешь. Я вас приглашаю. Да. Всегда. На все. Интересных дуэтов. И самое главное, чтобы ты обязательно оставался вот такой же очень светлый. Невероятно красивый и очень-очень искренний и талантливый. Правда, это так ценно и так важно. Спасибо тебе большое, Линочка. Спасибо. У нас крайне мало времени. Конечно, не хочется расставаться, но мы хотим очень попросить тебя спеть еще одну песню. Обязательно. Ой, есть время? Да, конечно, для одной. Да, да, да. Но все говорят да, потому что никто не хочет тебя отпускать. Друзья, с наступающим. Элина Чага. Элина Чага. Программа «Концертный зал» на этом с вами, друзья, прощается. И прощается до Нового года в новом году. Конечно, мы ждем вас снова. Надеемся на вашу компанию. Элина Чага. Спасибо. И песня новогодняя. Ура! Лединка. Лед растаял, кругом вода, но не тает кусочек льда. А пора бы бежать ручьем, только деньги все ни почем. О природе ты не скажешь постой, и нельзя назад. Так и хочется тебе, ангел мой, сказать. Чага! Ура! Элина Чага!
Чага, программа «Концертный зал. Страна ФМ». С Новым годом, дорогие друзья! Спасибо. До новых встреч в эфире.